Так, всем привет! С вами снова я, НДВ ТВ. Так, сегодня будем убивать очередного дракона. У нас он по счету четвертый, а есть еще двое, которых я нашел. Так, это у нас четвертый сейчас по счету. Три дракона я уже выложил. Так, сейчас посмотрим, что у нас там со шмоточками. Честно, я убиваю его первый раз. Я не видел, как стримеры его убивают. Как-то я видел у кого-то. Так, за. Ой. Благо у меня уже хп. А, вот так. Ну тут только на коне его гасить. Кстати, можно такую уж. Подставился, видите? И смерть сразу. Нашла своего героя. Ну, вот так вот. Микрофон я себе новый взял, подальше от колонок поставил. Не знаю, как звуки со стороны игры будут слышны. Ну, наверное, тут важно, чтобы меня было слышно больше, чем звуки от игры. Ну, посмотрим, как отзывы будут на Ютубе, на Твиче, что ли, будем говорить об этом. Ой, он меня лошадь сюда рубил, что ли? Блять. Ну, блин, ни одного удара. Что ж ты, бедную лошадь, ну не трогаешь? Че по крылу-то попасть не могу? Дурка какая-то.
Ой, блин, подставился. Блять, да что ж ты будешь делать, а вот это. Блин. Куда он делся? Я не понял. А, наверное, далеко убежал я. Ну, блядь. Оф, думаю, поджарит сейчас. Вот, сука. Блядь, да какой нахуй с коня ты, блядь? Да хуй пойми, куда бежать, блядь. А сейчас не багань, не бах, не бах не будет. Так где он, блядь? Томми. А, вон. Бля, дурдом. Есть. Ну, со второй попытки убил. Ну, потому что я уже героем сильным пришел уже, как бы. Ну да, за него и мало дали. За других драконов, которых я убивал, мне давали по 70 тысяч, и они сложнее. А за драконов, которые вот находятся, вот особенно вот я сейчас покажу на карте, вот на этом мосту вот находится дракон. Он сложнее, потому что там узкое пространство. И вот здесь самый сложный дракон, которого я встречал. Это вот в этой локации, вот здесь он находится. Вот. Здесь вообще, вот здесь с гнилью и там просто, не знаю. Но здесь это тоже дракон, видите, тут одна поджарочка, и ты готов. Вот, но те драконы сложнее, чем вот этот. То есть, этот, наверное, по уровню сложности второй. А вон те два намного сложнее. Ну, не намного, но сложнее. Ну, за них и денег больше дают. Там за одного я не помню сколько, а за другого 1070, что ли, дали. Так что, ребят, вот так вот, это мой четвертый дракон. Там еще в платы есть один дракон и отдельное будет видео. Так, это четвертый. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и самое главное, убивайте его на коне, а не без коня. Иначе создадите себе проблемы. Будете очень долго и мучительно.